Меня зовут Алексей, мне 18 лет. Летом мы с моей матерью частенько выходили на ночь покурить. Мы смотрели сериал, поэтому наши вылазки на балкон происходили примерно в одно и то же время, где-то в половине третьего ночи. И каждый раз мы видели старуху, которая проходила через наш двор и исчезала в дальней арке. Пятый этаж, темно, бабку было не разглядеть. Заметно было только то, что она одета во что-то вроде пальто и с темным платком на голове. Она шла очень медленно, с трудом переставляя ноги. Но самым странным было, конечно же, что эта бабушка гуляла в 3 часа ночи, каждую ночь в течение месяца. Мы с матерью шутили, бабка с черного рынка, бабка-киллер идет с задания и так далее. Однажды у меня остался переночевать мой друг. Мы с ним вышли покурить на балкон почти в 3 часа ночи. Около моего подъезда как раз крутили лампочку, и теперь пространство перед крыльцом и чуть дальше было залито светом. Прошла какая-то пьяная компания, их длинные тени заскользили по двору. Мы с другом начали по второй сигарете, когда появилась та самая бабка и прошаркала мимо подъезда. «А вот и наша знаменитая бабка-наркоторговец», — сказал я. Друг внимательно вглядывался ей вслед, а потом сказал изменившимся голосом: «Ты заметил, что от нее тень не отбрасывается?»